Ленинград, начальнику отделения флота Пичугину. Выгрузку на полярной станции «Русской» закончили, полярников сняли. Ледовая обстановка по-прежнему сложная, движение затруднено. Ветер 15-17 метров в секунду, порывы до 20-25, снежные заряды. Принимаем меры для скорейшего выхода на большую воду. Капитан Петров. О, заходи, мужики. Ой, я смотрю, ты уже освоился. О, заходим. Это на льду мы полярники, а здесь пингвины. Так что по вольерам. А моряки-то так что, бакланы. Люша, стой! Люк, ну что ж, ну держи, лови. Стой, Люша! Сейчас нагреемся. Мужики, там кино показывают, «Бриллиантовая рука». Кто со мной? Пошли смотреть. Да ну его, сколько можно. Пойдем, пойдем. Давай, берем помалу. Левый выравнивай, ну, держи. Все. Машина, больше нагрузить. Принял. Нагружаем по 900. Есть по 900. Дюша, стой! Стойте! Дюша, стоять! Прости, он больше так не будет. Дюша! Дюша! Подолгайтесь по колесу, Иван. Вице-тренки нам. Одним словом, будьте больше на виду. Естественно, у вас будут расходы. Вот, возьми. Нет, надо. А, деньги! Серьезно. Ну, давайте без самодеятельности. Деньги, не отказывайся. Здесь 500 рублей. Бери деньги. Ну. Что у вас за голова? Смотри, смотри, что делаешь. Дюша, куда ты? Дюша! А ну стой, тебе говорят! Лё! Лё, лови, Дюша! У тебя башка была сюда. Серьёзно, Дюша! Дюша! Это он зря. Ты что, под трос полез? Полез-то ладно. Молодец, что полез. Вот крепить самому нельзя. Если капитан на судне такелажем занимается, это что значит? Что? Что? Что дистанции не имеется. Взял. На починку полчаса. Приду, проверю. Понял. Не, меня учили. Что матрос капитана бояться должен. Чтоб капитан мимо прошел, а матрос... Трепещу! Товарищ старпом! Да? Айсберг прямо по курсу. Капитану просьба срочно прибыть на мостик. Ты Дюшу не видел? Не, где ж ты?
Николаевич, айсберг по курсу. Дистанция 5 кабельтовых. Обойдем слева. Дюш! Ну-ка, давай. Погоди. Ты мне скажи, Дюшес, ты русского языка не понимаешь. На руль лево 20. Есть лево 20. Вижу. Стоп, машина. Есть стоп, машина. Стоять, ребята. Есть. Thank you.
работы полный назад, левая ступа. Принято. Руль прямо! Есть руль прямо! В учебных целях, как пострадавшему. Товарищ, что хотелось бы сказать? Да не хочется ничего говорить. Лёва, знаете, он очень был хороший. Давайте помянем. Плохо. Со спиртом маленько переборщили, но могло быть и хуже. Голоса нет. Но со временем становится. Я надеюсь. Скажи. А. О. Переборщили. Андрей! Заперся. Да я только по повреждениям. Значит, первое. Фальшбор с правого борта замят стойка от шпангоута. А 25-й до 43-й. Второе. Вмятина в обшивке. Но это ладно. Главное. Антенны локаторов сломаны, Андрей. Молчишь? Ну, молчи, молчи. Спас полярника-то, Петров! Ну, шо он там?
заперся. Ну, это понятно. Думаю, надо в Ленинград сообщить. Что сообщить? Все как есть. Ну, капитан Петров, несмотря на возражения команды. Ну, это значит нас. Ну да, нас с вами. Всех. Принял решение, которое подвергло опасности все судно. В результате чего у нас один погибший, такие-то повреждения. Вот пускай там наверху решают, я не знаю, комиссию присылают. Как и Дусту нехай пришлет. Это зачем? Так крыса задолбала. Скребется и скребется. Вы, товарищ Банник, сами сказали, что капитан не соответствует. С дистанцией у него сложности. Ваше слово. Да, да. У него сложности. А ты молодец. Легко пойдешь. Я-то пойду. Куда надо пойду. Иди к Павлику. Люд! Люда, я это... Че пришла-то? А твой в рейсе? Они же будут потом это, в Австралию-то заходить. Ты колготки заказала? Ладно, Люд, я поняла. Нина! Нина! Знаешь, Люд, вот я, между прочим, свой утюг всем даю, понимаешь? С этого этажа, с того этажа, всем даю. Нина, мы разводимся. Как? Так. Людка. Товарищи, извините, что прерываю, но по уставу обязан сообщить немедленно. Радиограмма пришла из Ленинграда. Анатолий Кириллович. Да? Будьте добры, зачтите. А что я? А что такое? Прошу вас. Странно. Радио. Телеграмма. В связи с недопустимыми просчетами управления капитан Петров освобождается от должности. Временно исполняющим обязанности капитана назначается Еремеев Анатолий Кириллович. Дальше читайте. Вплоть до прибытия на судно нового капитана Севченко, который ожидается в течение 3 недель. Командуйте, товарищ Еремеев. Ну что, победаем? Штурвал не оторви.
А, руки, да. Это у меня всегда. Из-за мозговой активности. Думаю много. Преимущественно о будущих поколениях. Чего? Ну, о том, какая для них потеря будет, если мы с вами грохнемся. А мы что, грохнемся? Не, я надежный пилот. Это я вообще. Ну, понятно, лишиться капитана – это большая утрата для советского народа. Но из-за меня рыдать будут. Особенно, если тетрадку с записями найдут. Я ж как Цой. Знаете Цоя? Летчик? Да не. Кино. Кино не знаете? Какое? Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Вперед смотри. Он поэт. Очень талантливый, как я. Хотите, я вам свои стихи почитаю? Нет. Да ладно, их, скорее всего, в школах потом будут изучать. Любовь не для меня. Война моя стихия. Сражаться, побеждать. В науке и жизнь схему печатали. Как собирать? Я еще хотел взять, потом думаю, нет, нечестно. Самому надо. Делом займись. Вертолет. Ого, какая махина. Громов, я борт 27-200. Вижу вас, идем на посадку. Гасетинский. Горячий еще. Спасибо, Тимур. Ну все. Мастер Джидейбал. Счастливо, Андрей. Ребята, спасибо за совместную работу. Капитану! Ура! Ура! Спасибо. Не пустил. У нас человек за бортом был. И где он сейчас?
Спасти не удалось. Что и требовалось доказать. Значит так, пока вертушку не починят, займете свободную каюту. В Австралии сойдете на берег, там вас встретят. Пойдем на мостик. Слушаюсь, товарищ капитан. Так ты прешь, капитан идет. Подойдите сюда. Почему плафонов по правому шкафу-то не хватает? А где электрик? Вы мне тут дурака не включайте. Я тоже старпомом был, а не с пальмы слез. В каюту капитана отнесите. Ну что, встал, бегом! Есть. А это что на штурманском столе? Развели бардак, убрать! А это что? Это мое, товарищ капитан. Свое, товарищ матрос. Надо держать в каюте, в рундуке. Я сказал убрать. С этого дня на судне объявляется тотальная борьба с разгильдяйством и бардаком. Вопросы есть? Вопросов нет. А у меня к вам будут. Внимание команды, говорит капитан Севченко Валентин Григорьевич. Начинаем движение. Самый полный вперед. Экипаж горячо приветствовал прибытие на борт нового капитана Севченко ВГ. Несмотря на трудности, капитан докладывает о неугасаемой бодрости духа экипажа. Ну что, значит, на тебя одно довел твой бывший. А если льды встанут, опять на него все повесят. Они там в министерстве на авось надеются или на то, что с погодой повезет? Зад свой прикрывают, согласовывали что-то до последнего. Не ори мне здесь. Лучше определись уже, за кого переживать. За мужа или за советский ледокол? То разводишься, то митингуешь. Ну что я могу сделать? Там сейчас даже пожаловаться некому. Чехарда. Ничего. Прорвется твой капитан. Как говорится, либо ишак сдохнет, либо падишах. Чего взад-вперед ходим? Долго так еще будет? Надоело все. Мне тоже. Если б не эта зараза, я бы давно бы уже был на большой земле. Через час общее судовое собрание. Коля. Коля Кукушкин. А вас? Виктор. Прям как Цой. Хорошее имя. Все, не пристаю. Че, замерз? Ну давай с той стороны заходи.
Виталя? Ну, заходи, Виталь. Товарищи, я так считаю. Пока стоим, льдом обрастаем. Поэтому двигаться надо. Конкретные предложения нужны. Самостоятельно мы такой лед уже не преодолеем. Товарищ капитан, я предлагал уже. Может, попробовать? Под килем ГСМ подорвать. Взрываем бочки, взламываем лед, освобождаем полынью. Попробовать можно, только промеры сначала надо сделать. Так, Андрей Николаевич, мои ребята легко все промеряют прямо сейчас. А есть еще вариант с гальюном. Если его предварительно опустошить, там же теплые массы, они снизу лед подточат и... Одет в своем репертуаре, да? Кто о чем, а он у нас всегда про массы думает. Товарищ Петров, выйдите из кают-компании. Здесь собрание команды, а вы к ней уже никакого отношения не имеете. Я жду, Андрей Николаевич. Я извиняюсь, что влезаю, но Андрея Николаевича тоже опыт имеется. Так что... Присядьте. На судне один капитан, это я. Если есть вопросы, пожелания, предложения, я вас внимательно слушаю. Есть вопросы, пожелания, предложения? Тогда вот что, товарищи, никаких бочек мы взрывать не станем, так как горючее скоро может стать жизненно необходимым. В общем, никакой самодеятельностью мы заниматься не будем. Ждем распоряжения Москвы. Ясно? Ясно. Собрание, считаю, закончено. Все свободны. Товарищ капитан, можно минуту? Еще одно соображение есть. Не думаю, что команде об этом стоит говорить. Но за нами, возможно, айсберг идет. Около сотни метров над водой. Мы его Семен Семенович прозвали. Конечно, скорее всего, его течением отнесет. Но без локатора мы даже оценить угрозу не можем. Думаю, не надо напоминать, по чьей вине у нас нет локатора. А я думаю, нам надо вместе решать, как отсюда выбраться. Я решу. А ты сядь в свою каюту и не отсвечивай, пока я к тебе охрану не приставил. А может, сразу расстрел? Что идея? Ребят, а есть что-нибудь другое посмотреть, ну кроме бриллиантовой руки? Не, кино хорошее, но хочется какого-то разнообразия. На рейс одну новую ленту дают. Скажи спасибо, что не Старпом выбирал. А то бы сейчас Ленина в октябре изучали. Да не, я все понимаю. Потерплю, дома насмотрюсь. Знаете, у меня что-то последняя экспедиция. Крайняя, не последняя. А, ну да, крайняя, извините. Совсем уже ничего не соображаю от этого безделья. Виталь, смотреть будем. Руссо туриста облику морали. Ферштейн. Внимание экипажа, говорит капитан. По приказу министерства мы ложимся в дрейф. В ближайшее время за нами будет выслана спасательная экспедиция. До ее прихода приказано хранить полное радиомолчание и перейти в режим жесткой экономии. Поэтому продовольственная норма будет урезана. Подача электроэнергии в жилые помещения будет производиться строго, дозированно и по расписанию. График сообщу дополнительно.
Вы бы сахарок поэкономили, товарищ банник. Тю, с чего? Большая земля нас знает. Помощь не за горами. На земле кабинетов много. Пока все друг с другом согласуют, сами айсбергом станем. Так и это неплохо. Заграничные суточные капают, хай коней не гонят. Чем больше суток, тем больше шмуток. Шмуток. Как у вас все прямо и перпендикулярно. Это да. Гранями таланта, как говорится, не отличаемся. Зато мозгов хватает под себя не ходить. Это намек? Да ну какое там? Товарищ Старпом, у меня к вам вопросец с чисто научным интересом. Как у вас сейчас там? Ничего внутрях не ёкает? Внутрях? Ну, все еще думаете, что стоило закладывать старого капитана, чтобы потом с новым здесь на льдине куковать? Я вам. С первым днем дрейфа, товарищ Еремеев. Борис Сергеевич. Не принимает. У меня муж на Михаиле Громове. Женщина, не принимает. Что ж это такое? Два месяца связи не дают. Даже не знаю, жив он, нет. Послушайте, я имею право знать. Он. Все хотят знать. Родственники, как и вы. Опустить не могу. Не велено. Понятно. Женщина, вы куда? Женщина, вы чего? Скорую вызываете? Андрей Николаевич. Здорово, авиация. Ты чего тут трешься? Да чего-то не спится. Я вот птицу услышал здесь. Понятно. Ты пошел бы поспал. Да постоянно в каюте находиться для вдохновения вредно. А вы чего? Да я подышать вышел. С ракетницей? С ракетницей. Могу помочь. Помоги, Кукушкин. Молчи, что меня видел, ладно? И давай иди поспи.
хорошо. Все будет хорошо. Чтоб молчала мне. Тихо! Сюда! Здесь! Держись, Андрюш, главное не спи. Нельзя спать. Бегом, ребятки, бегом! Ну что, живой, живой! Толпится! Дорогу дать! Так, Петюшков свободен. Ну что, как он? Ну, предположительно, обморожение первой степени. Ну, пока ничего не могу сказать, но выкарабкается со временем. Ну, зачем судно покинул? Ну, я так думаю, что искал путь, чтобы, так сказать, нам путь найти. Кто знал? Никто не знал. Опять врете. Кукушкин мне все рассказал. Товарищ Петров, вы когда поймете, что на этом корабле командую я? Так вот, в этом месте командую я, а я запрещаю сейчас общаться с пациентом. Все. Деятель. Одну минуту, товарищ капитан. Чего? Иваныч, а? В тулупе там возьми. В правом кармане. Кубик, что ли? Помните это? И? Так вот, я прав был. Айсберг за нами идет. То есть, получается, что и он тоже нас догнать может? Может, Иваныч.
Погнали. Будет был и есть, и карман мой пуст, на часах шесть папирос нет, и огня нет, и в огне знакомо мне горит свет. Время есть, а денег нет, и в гости нет, куда пойти? Время есть, а денег нет, и в гости нет, куда пойти? Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Рыба, считай. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Летной площадке. А чё там? Музицируете? Время есть. Значит, вертолет уже починили. Ну ничего, ребят. Я вам найду работу по душе. Через 5 минут у дежурки с боцманом. Кукушкин, а ты чё филонишь? Ну, давай шевели поршеньками. Эй, Боб. Есть. Да. Есть. Ты это видишь? Похоже, это советский ледокол. Совершенно мертвый. Доложи на базу. Слушаюсь, сэр. Веллингтон Тауэр. Веллингтон Тауэр. Борт C1934. На льду обнаружен объект. Передаю координаты. Зря инструмент разбили. Парни не поймут. Все сказал? Так вот, свои советы можешь оставить при себе. А давайте на чистоту.
Вы серьезно думаете, что за нами кого-то отправят? 2,5 месяца прошло. Если я с кем-нибудь захочу обсудить решение министерства, вы будете последним. А теперь слушай внимательно. Этот рейс и так поздно состоялся, потому что в твоем министерстве сиськи мяли. А когда лед уже под метр мы встали, кому-то все равно придется ответить за эту недоработку. Неужели ты думаешь, что кому-то из них хочется, чтобы началось какое-то расследование? Я тебе ящик коньяка готов поставить. На самый верх о нас даже не доложили. Ты эту ересь и команде рассказываешь? Это я тебе рассказываю, ты-то голову должен включить. Выйди в эфир. А ты еще и провокатор, оказывается. Свяжись с австралийцами. Капитан имеет право нарушить радиомолчание в критической ситуации. Плановый медосмотр. Туда. К свету. Пасть открой. Закрой. Ильняшко. Все, медосмотр окончен. Вов, что такой злой? Ты сам не догадаешься? Ты никогда не задумывался, чего у тебя друзей-то нет? Начинается. А? Должен. До седых волос, а друзей-то, по большому счету, сущности-то и нет. Или что скажешь? Это зависть, а? Завидуют твоему богатому духовному миру. Или твоей небанальной внешности. Ты что творишь? У тебя 70 человек в железной банке. У всех нервы на пределе. А ты только гайки умеешь закручивать. Капитан. Как дома? Да при чем здесь дома? Дома. Как? Никак. Вообще не понимаю, как тебя с таким диагнозом в море пустили? Медик медику всегда поможет. Потом. У каждого человека какой-нибудь диагноз. По мне, так лучше последние годы в море провести. Что там делать-то на берегу? По мне, так лучше вообще в порт не возвращаться. Сплюнь. Валь, ну раз уж заговорили, знаешь, ну так, на всякий случай, если вдруг что, ты уж меня не в холодильник, ты уж меня в море, пожалуйста. Ну что ты несешь? На всякий случай. Мы еще с тобой не в один рейс пойдем. Вот, вот с тобой никаких нервов не хватит. Капитану! Что? Бегом! Бегом!
термиводан. Михалыч, объяви тревогу. Общесудовая тревога. Я в трюм. Внимание команды. Старпому с аварийной партией прибыть во второй трюм. Запасы из контейнеров принести на палубу. Я назначил вам операцию на завтра. Вам не сказали? Сказали. Я не согласна. По результатам обследования нужна операция. Вы сами не родите. Рожу. Да подумайте. 42 года, проблемы с сердцем. Первая беременность. Сами будете рожать, умрете. Точно? 90%. Поехали. Подождите. Поехали, поехали. Подождите. Братья, все пропало. И мука пропала, и крупа пропала. Только фасоль остался. Будем лоб ее делать. Цистерна с пресной водой повредила. Вот это проблема. Николаич. Ну, что делать будем? Нашел кого спросить, Михалыч. С меня же все. И началось. Зорькин, скучаешь? Холодно. Товарищ капитан. Чего? Петров заперся в радиорубке. Андрей Николаевич, ты там? Здесь, товарищ капитан. А что ты заперся? Что ты там делаешь? Я вот передачу хочу послушать. По BBC. Про рок-н-ролл. Сева Новгородцева знаешь? Ну, конечно, кто же его не знает. Ну вот. Топор пожарный неси быстро. Андрей Николаевич, слышь? О. А я ж в Ленинград уже сообщил, что положение критическое. Они что-то медлят, видимо, там согласовывают. Ты знаешь этих бюрократов? Да понятно. Ну, сообщишь ты им то же самое. Ничего же не изменится. А я не в Ленинград. Валентин Григорьевич. А куда? Да я вот думаю, в прямой эфир выйти. СОС послать, чтобы иностранцы услышали.
А зачем, чтобы иностранцы услышали? Ну как зачем? Они ж так любят писать о том, как у нас все плохо. А тут такой подарок. Топор! Советское судно терпит бедствие, а советы его не спасают. Выдержи. Сволочь! Пусти, Зорькин сказал, пусти! Не переживайте так, Валентин Григорьевич. Я все равно ничего сделать не успел. Нам радиограмма пришла. Поздравляю, товарищи. Нам разрешили выход в эфир и выставили спасательную экспедицию. Ледокол Новороссийск уже идет к нам. Уже идет, да? Да. Все, тихо. Под замок его до конца рейса. Все, опусти, Зорькин. Сукин сын. Дверь почините. Здравствуйте. Владимир Сафонов. Можно просто Володя? Людмила Петрова. Да? Журналистка. Я знаю. Что, с экипажем познакомились? Нет, пока. Ничего, я помогу. Осторожно. У вас ко мне, наверное, много вопросов. Ни одного. Вы написали заявление. Сначала редактору, потом нам. Очень просили освободить вас от этого задания. Неужели интересно, почему отказали? Госбезопасность решила, значит, так надо. Вы, если не против, я еще поснимаю. Мне репортаж вечером отправлять. Да, конечно. До встречи. Это все, что ли? Напряженка. Худеем. Пожрать что-нибудь вкусненького нет? Надоело эту баланду жрать. Скорее бы Новороссийск дошел. Да и на Новороссийск-то сильно не надейся. Ходили мы на этом Новороссийске. Слабенький он. Не факт, что еще через 40-е перейдет. Там сейчас такая болтанка. Мама, не горюй. Просто не совсем понимаю, вы почему с мужем разводитесь? Пьет, бьет, изменяет. Сомневаюсь. Тогда я в другого влюбилась. Так лучше? В ЗАГСе рассказали, даже регистратор прослезилась, когда вы заявление подавали. Это к чему все? Люда. Люда,
только поймите меня правильно. Я хочу помочь. Чувствуется. Зачем вы так? Петров вас любит. И вы его. Но то, что он может вам дать, скажем так, это не то будущее, которое вы хотели бы для своего ребенка. Есть? Есть выход. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В эфире программа «Права человека». У микрофона Вера Спасская. Перемены, происходящие сегодня в Советском Союзе, это что за... Хлопцы, вы что? Что за цирк? Да еле нагнали. Ты что, тыкалкой повредился? Не могу я так больше. Я тут сдохну на вашей туше замороженной. Понимаете, нет? Ну все, все. Пусти его. Да куда собрался, родной? Все равно, подальше от вас. Ну, извиняйте. На это мы пойти не моем. Хочешь помереть? Милости просим. Только не на мою вахту. О. Да пошло оно все. Этот ваш Дрейф, ваш ледокол. И лед ваш пошел. Пошли. Ваш лед. Ледокол. Все пошло. Тихо. Держите его. Пошли вы. Пошли. Лах! Кукушкин, перестань! Отвали! Отпускай его! Весь кабину! Заработал! Заработал! Да. Владимир Григорьевич, починили вертушку. Все? Ну, все. Свободны. Сто двадцать семь. На рекорд идем. Куда смотрю следующий? Я. Вы что здесь устроили? Совсем что ли? На судне строгая экономия. Я вас спрашиваю, вас! Нормально все? Товарищи, давайте как-то соблюдать сдержанность. Все на одной лодке, так сказать. У человека, между прочим, день рождения. Он на этом судне здоровье подорвал. Я вас поздравляю. Я же не против. Но все знаете, приказ капитана. Топливо только на обогрев.
Ну, вот вы меня извините, конечно, я не моряк, но даже я понимаю, что ну нельзя просто так сидеть и ждать неизвестно чего. Нужно действовать. Ну, ему ж предлагали взорвать горючку, освободить судно. Я же с вами солидарен. Дал бы хотя бы ледовую разведку провести, я прихожу к нему, говорю: Валентин Григорьевич, завели эту вертушку. А он хоть бы что, он думает. Сапог он и есть сапог. Радирует голову разбить, он разобьет. А может, ну его к черту, этого капитана? Живет капитан. 5 лет на Громове хожу, а здесь первый раз. Наверное, хавчик особой полагается, чтобы начальство дрейфовалось веселей. Товарищ капитан, вы арестованы. О, вот это хоромы. О, да он еще и спекулянт. Ходовой товар, да? Тихо, тихо. Бардак развели, товарищ капитан. Все. У кого ракетница? У меня. Смотри, чтобы не рыпался никуда. Пошли. Победю. О. О! Видал? Как из магазина. Товарищ банник, отдайте приказ машинному, чтобы приготовились. Что, капитан приказал? Михайлович, ну все... А вы не обязаны интересоваться, Петр Михайлович. Для вас достаточно команды старшего помощника. Во-во. Я с детства дюже любопытный. Товарищ старпом, сами давайте. Разрешите. Хорошо. Машинная, готовьте 4 главных в схему. Как решились? Сейчас пошевелимся и пойдем вперед. Есть 4 в схему. Костя! Вот. Во как. По местам! Что происходит, а? Ребят, Борь, что происходит? Борь, что происходит, а? Ничего, прорвемся. Приказ не было. Товарищ капитан, можно вопрос? Знаешь, не привык разговаривать с вооруженными людьми. Ну ладно, давай, слушаю. Правда говорят, у вас на прошлом корабле 12 человек замерзло от нехватки топлива?
Кто? Петров, у вас все в порядке? Андрей Николаевич, я думал, вы раньше появитесь. Что? Скучно одному стало на скамье подсудимых? Решил за собой весь экипаж утащить? Валентин Григорьевич, я понимаю, что я вам не очень симпатичен, но вы, поверьте, тоже не Алла Пугачева. Давайте лучше вместе людей остановим, пока они всю горючку не спалили. Это ты бунт организовал? Уберите оружие, товарищ капитан. Только хуже сделайте. Да я тебя пристрелю. Мне за это только грамоту дадут. Валентин Григорьевич, он правда ничего не организовывал, это мы все сделали. Они что, дизель запустили? Запустили. Дебил! Мужики! Мужики, живем! Мужики, скоро на чистую воду выйдем! Сидим-то, у тебя шпрот оставались, давай на стол мечи. Как на чистую воду? Мужики, лед взрывают! Разгулачивайте! Стой! Руки! Ты что делаешь? Туалет, выходи! Ты что делаешь? Что за глаза, мужики? Смотри, медленно разошли. Ты что, я тебе говорю, уходим! Отмыться надо! Сначала чистую воду, потом шпроты. Ты что делаешь? Ребята, без меня наши бьют! Так, что здесь происходит? Машинная, полный вперед! Бегом от телеграфа! Пошли отсюда! Я сказал, бегом от телеграфа! Сейчас пойдем! Ложись! Ребят, вы что творите-то, а? Уйди, Иваныч! Остановить главные двигатели! ЦПУ, остановить главные! Иваныч, ты чего? Что с ним? Живой, нет? Несите. Ситуация изменилась, Людмила Петровна. Ваш муж будет отвечать за гибель человека и за повреждения, причиненные судну. Но технически этого можно избежать.
Если он признает вину в неграмотном управлении судном и вынужденном дрейфе, тогда, думаю, можно будет обойтись одним увольнением. Я понимаю, ситуация неприятная, но поверьте мне, в Ленинграде вы будете вспоминать ее с улыбкой, сидя в новой квартире. Нет. Тогда объясню проще. Послушай меня. Ты думаешь, я с тобой здесь шутки шучу? У тебя вариантов немного. Либо он признает свою вину, либо вы оба пропадете. Поняла? Валентин Григорьевич, может, все-таки с собой домой его возьмем? Он уже дома. Давайте. Все-таки идет тебе форма, Анатолий Кириллович. Красиво. Красиво. Уверен? Совсем не интересно, что дальше будет. Дальше без меня. Здесь на дно. Дома тюрьма. Какая команда была? Сейчас. Старпом говно и капитан говно. А это хорошо, если так. Что? Значит, не утонем. Толя. Отопление урезаем. Про свет, электроприборы я уже не говорю. Но даже при этом раскладе топлива хватит дня на три, это максимум. Если нам российская горючка не подвезет, замерзнем.
Должны успеть. Со мной что? Под арест? Ну, тогда уж всех. По справедливости. Не понимаю. Что? Что там? Самолет, что ли? Нет, что-то другое. Попал ты, что ли? Россия пришла. Шанс. Валентин Григорьевич. Что, вот это? Хотите по трещине попробовать? Куда? Куда по трещине? Она ж понад самым Семеновичем. Вы что предлагаете? В игольное ушко проскочить? А что, сиди и получше? Солярки у нас маловато. Двигатели запустим в последний момент. И если эта дура вон то поле сдвинет, попробуем проскочить. Давайте я на разведку полечу, посмотрю, с какой стороны лучше обходить. Да нет, я полечу. Кукушкин, не возражаете? Так точно, никак нет. Ну давайте, готовьте вертолет. Идем, поможешь. В мое отсутствие примите командование. Спасибо за доверие. Это не доверие, Андрей Николаевич, это безысходность. Я с вами еще не закончил. Хорошо. Командуй, капитан. Борт 27-200. Взлет произвел. Лед расходится, приготовиться к старту. Чего скучаешь, товарищ Старпом? Свяжись с дедом, пусть запускается. ЦПУ мостик. 4 в схему. Приказ капитана. Выполняем. Что с ней? Вот блок стал на улице, пока не диагностировали. Я ее знаю. Предупреждал ведь. А вы практиканту поставьте, пускай он роды принимает. Поехали. Я ж понимаю, вы профессор. Если я, ну, не справлюсь, то у вас будет неприятность. Муж где? Моряк, полярник, в дрейфе сейчас. Напишите его координаты и родственников тоже. Понятно. К
кому тело передавать-то? Вы лучше помолчали бы сейчас. Громов, за Семеновичем лед много тоньше. Товарищ капитан, разрешите вопрос. Давай. А вам самому не страшно? Страшно. Очень страшно. У меня ведь сын скоро родится. Михалыч, давай на бак. Расстояние до айсберга. Принято так. Вот прям по этой трещинке держи. Держать на трещине. Толя, на хода. Есть, на хода. На Семеновича 30! Право на борт, правая реверс. Право на борту. Правая реверс. Колумбра! Все полный назад, прямо руль. Смотреться по отсекам. Прошли. Мама дорогая. Ну что, кажись, прошли? Пошли? Прошли. Товарищ капитан! Припишу! Громов! Идем к вам, будем садиться! У меня все готово. Можем. А где практикант? Я буду принимать. Спасибо. Наркоз. Да. Ветер сильный, боковой. Сносит айсберг, Валентин Григорьевич. Кукушкин, давай выравнивай. Вот черт! Двадцать семь двести, ответьте Громову. 27 200, Кукушкин. Нужно не храться, все.
У них маячок есть, попробуйте заблинговать. Принято. Вот здесь. Сразу за Семен Семеновичем. Он их за собой тащит. Громов! Громов, ответьте! Это Новороссийск. Петров слушает. Капитана, дайте. Севченко где? Я за него. Они что там, с ума посходили? Капитан Севченко и пилот упали на вертолете в районе айсберга. Очень нужен ваш вертолет. Через сколько можете быть? Я буду разговаривать только с капитаном. Вы отстранены, товарищ Петров, и я не собираюсь. Прошу прощения. Это Манугаров. Андрей Николаевич, я думаю, нам понадобится часа два минимум. Поздно будет. Попробуем сами. Удачи вам, мужики. Вот меня что интересует, сами, это как? Там Семен Семенович на куски валится. Товарищ капитан, если Севченко вытащить, он же нам этого бунта так не оставит. И вам тоже. Иди на руль. Есть на руль. Мы даже не знаем, живы они или нет. Это наш капитан, товарищ Старпом. И наш летчик. Мы идем за ними. Еще есть возражения? Не имеются. Разворачиваемся. Полный вперед. Левая назад. Вперед смотрящего на бак. Принято. Машина по 800. Он никогда не станет просто так рисковать своим судном. Во-первых, это не его судно. И там давно уже другой капитан, которого ваш супруг теперь якобы пытается спасти. Я могу с ним поговорить? Вы ведь за этим меня позвали? Только помните, о чем мы с вами беседовали. Громов на связи, Петров у аппарата. Петров слушает. Прием. Петров. Петров, ты меня слышишь? Люда. Я на Новороссийске. Что ты там делаешь? Я тут тебя ненавижу. Почему не можешь, как все? Всегда против шерсти. А что в итоге? А что нам до всех, Люда? Ты же знаешь. Я устала. Я люблю тебя, слышишь? Давай, спасай кого надо. И не вздумай там утонуть, понял? Не утону. Обещаю. Ах ты, гадина. Сгниешь в своей коммуналке. Они не придут помогать, да?
под айсберг не пойдут? Вам в ковид, пока Валентин Григорьевич, отлежаться? Успею. Благодарю за помощь, Андрей Николаевич. У нас поступление воды во второй отсек. Разберусь, вы свободны. Влево на борт. Есть лево на борт. Самый полный вперед. Есть самый полный вперед. Валентин Григорьевич! Да! Артур Мануганов! Спасибо, что дождались! Как насчет топлива? Готовим магистраль! Сейчас все будет! Вы Сяченко? Да, вы кто? Потом объясню. У нас с вами будет отдельный разговор, и не здесь. Это кто? Уйдё!
Поздравляю. Читайте, что написано. О, и что это? Генеральный секретарь ЦК КПСС. Там сейчас вообще все поменялось. А что это у него? Да нет, надо на другой странице. Здорово, читать, как уж третий читать. Андрей Николаевич. Вот. Правда. Статья вашей супруги. О, Мнугаров. Сталь. Севченко. И ребят, вы. Берите газету. А вот это я вот. Налетайте. Вот. Про нас. Я что думаю, нас это, ты из органов допрашивал цельную неделю. Там, видать, решали, что с нами делать. Решили? Так а я за что? В статье про бунт ни слова. Значит, ты Севченко не сдал. Ну что? Давай. Цимбалистый, зови капитана. Давай. Так, строимся! Строимся! Строимся, строимся! Как договаривались? Мирно! Чего звали? По какому поводу? Поблагодарить вас хотели. За что? Спасибо, что не сдали. От всей команды. У меня сын родился. Мне его воспитывать надо, а не по судам таскаться. Сын! А что такое? Друг затарился в седне. С кукушки передали. Спасите на здоровье, товарищ капитан. Спасибо. Еще секунду. Товарищи капитаны! Трепещу! Ура! 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 Молодцы. Согласен, Валентин Григорьевич. Молодцы, ребята.
сестра. После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое, дума, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой со щитом, а может быть на щите. Серебряно может быть в нищете, но как можно скорей. Расскажи мне о тех, кто устал от безжалостных уличных драм и о храме из разбитых сердец. И о тех, кто идет в этот храм после красно-желтых дней. Начнется и кончится зима. Горе ты мое, дума, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой со щитом, а может быть на щите. Серебря может быть в нищете, но как можно скорей. Дома может.